Жила-была юная принцесса по имени Белоснежка. Она прекрасна. Ну, просто как ангел. Ее злая мачеха королева, она старая ведьма, злющая колдунья, боялась, что Белоснежка затмит ее красотой. Принесешь мне ее сердце в ларце. Я знал, что это не к добру. Не волнуйся, все будет хорошо. Белоснежка жива. Всех прекраснее она. Я сама отправлюсь к этим несчастным гномам. Да еще приму такое обличье, что никто меня не узнает. К столу! К столу! Готово! Ура! Один кусок отравленного яблока, и жертва уснет. Аппетитно выглядит. Да, там же яд. Они положили ее в гроб из хрусталя и золота, а принц, который все искал Белоснежку, прослышал о девушке, спящей в хрустальном гробу. И с тех пор они жили долго и счастливо.